Для получения услуги достаточно иметь электронную цифровую подпись, доступ в интернет, компьютер или же смартфон. Те граждане, у кого отсутствует интернет, либо компьютер по каким-то причинам, на сегодняшний день в большинстве государственных органов, местных исполнительных органов по городу Кукштау, существуют сектора самообслуживания. Это вот в таких организациях, как ЗАГС, Центр занятости, Акимат, архитектура, земельный комитет. То есть там гражданин может получить самостоятельную услугу через компьютер. Для этого отведены специальные зоны для обслуживания. На сегодняшний день у нас таких точек составляет более 20 по городу Кукшетау. Через портал электронного правительства, помимо государственных услуг, можно производить оплату административных штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения. По линии автоцона у нас на сегодняшний день онлайн-услуга оказывается по снятию с регистрации, а также по постановке на регистрацию автотранспортного средства. Замена водительского удостоверения – очень востребованная услуга. По истечениям сроков можно услугу данную получить онлайн. Преимущество оплаты онлайн в том, что не выходя из дома, пользователь может найти, ознакомиться с составом правонарушения и оплатить. Следует отметить, что на сегодняшний день обслуживание населения в ЦОНах производится только по заранее забронированной очереди. Айгерим Сульменова, Боржан Смагулов, Жамбыл Балтаев, Кокчи, Акпарат.